Разработка Minecraft не стоит на месте. Из каждой версии игроки получают новые предметы и возможности. Прямо сейчас мы расскажем о вещах, которые добавились в последних обновлениях. О карте, люках и электрических рельсах. Обложив бумагой уже знакомый нам компас, мы получаем первый предмет — карту. По обычному компасу тоже можно ориентироваться на местности, но с картой гораздо проще. Рисунок обновляется только пока вы держите карту в руках, так что для полноты картины придется пройти с ней по окрестностям. Центр карты определяется местом ее создания. Соответственно, когда игрок покидает границы листа, ему нужно создать новый экземпляр, чтобы зарисовать на нем местность. Даже когда вы гуляете в подземелье, на карте дорисовывается территория поверхности. Будем надеяться, что карты выкопанных туннелей скоро тоже начнут фиксироваться. Порой ориентироваться в собственных коридорах бывает ой как непросто. Разработчики обещают, что в будущем готовую карту можно будет повесить на стенку как украшение. Второй добавленный предмет – это деревянный люк. Создается он из 6 уложенных на верстах досок. Люк очень похож на дверь, но в 2 раза меньше и располагается горизонтально. С его помощью можно улучшить мусоросжигатель, в который теперь будет сложно упасть. Еще люки отлично подойдут, чтобы закрыть ими вход в шахту от посторонних глаз. Если подвести к люку провод из красной пыли, то по рассмотренным в прошлом выпуске схемам им можно будет управлять дистанционно. В голову тут же приходят идеи ловушек. К примеру, дорога из люков над озером лавы. Еще один новый предмет – электрические рельсы. Создаются они из золотых слитков, горстки красной пыли и палочки. По схеме, похожей на схему обычных рельсов. За один раз создается всего 6 электрических рельс, вместо 16 обычных. Как и для всех предметов с красной пылью в основе, чтобы рельсы включились, им потребуется энергия. Обычного красного факела поблизости будет достаточно. Теперь, если часть рельсов на железной дороге заменить электрическими, вагонетка, попадая на них, будет ускоряться. Когда расстояние в шахтах существенное, это неплохо сокращает время движения. Если верить сообщениям разработчиков, в ближайших версиях нас ждут несколько интересных нововведений. Во-первых, в сети появились скриншоты небесного мира, 3-го измерения, которое расположено над облаками и состоит из летающих островов. Оно уже выглядит захватывающе и сулит много новых уровней для исследования. Во-вторых, к версии 1.7 обещают добавить режим приключения, в котором нельзя что-то строить, а можно только сражаться с монстрами и изучать сгенерированный уровень. Новые вещи и противники тоже не за горами. Ждем, дальше будет только интереснее.